Содержание холестерина в ежедневном рационе россиян превышено на 50%. А это такой риск для сердца и сосудов. Поэтому я начала питаться правильнее. А еще пью Донакор. Донакор уменьшает всасывание холестерина в кишечнике и помогает выводить его из организма. Уровень холестерина понижается. И мои, глядя на меня, пристрастились. Донакор. Одобрено Всероссийским научным обществом кардиологов.